ну-ка, плеточку свою-ка, парень, брось. А ну-ка, посмотри-ка на меня. Вася, ёб твою мать, блядь! Васька, ты какого хера тут, блядь, за перевозчиком гоняешься? Что случилось-то? А ну-ка, это... ну-ка, убери-ка вот эту вот хреновину, блядь. А, помнишь мой ножичек, помнишь, да? Дай-ка, дай-ка. Плеточка хорошенькая у тебя, Вальтер. Нормальный такой. Ну ты с пиздиной, бля. Чего? А хрена вы тут за перевозчиком гоняетесь? Ты видел, я весь мокрый, блядь. А это кто там? Это кто все там? Все тут. Кто там у тебя на портрете-то? Иначе Арский. Босс твой, что ли? Полностью, да. Он же меня учил всему. По-моему, всем у тебя. Я же еще когда был. Тогда. Он меня всему научил. Дерьмо наглые. Как ты меня напугал? Вася, так я ж тебя, браток, уже лет 5 как не видел. Что сколько там? Лен, сколько зим. Что дай-ка, там? Дай-ка сюда. Я. Ладно, дай-ка, бери, дай-ка. Знай, не шмальнешь. Что там, дом построил, женился, не? Ты съездил. Что? Детей завел немного. Ладно, братан, живи. Живу. Здоров, перевозчик. Что это за тобой тут? Бичуганы какие-то гоняются. У меня, да, речи пропал какой-то там, да. Блин, за мною по всем лесам тут гонял. Не знаю, что ты этого чемоданчика-то. Ну вот, я это... Я ж знаю, ты никогда товар не смотришь, что берешь. Кто-то сдал тебя, видать. Нет, что там, не опять смотрел? А, ну да, ты ж не смотришь никогда. Ну, давай, у тебя есть ножик, будем открывать. Ножик. Будем открывать, а то самому аж интересно, блин. Пришлось вон квадроцикл во враг скидануть с Васькой. Друг мой оказался по прошлым делам. Ладно, давай посмотрим, что нам. Что ты, блядь, смотри. О! Фу, не поддается, блядь. Наверное, ключик нужно подобрать. Ключик, говорит, подобрать. Сейчас подберем ключик. Вот и весь ключик. Ну и что у нас здесь? Ебический случай. Порнуха! Порнуху возишь, что ли? Да ладно, это шутка. Слушай, братан. Это что такое? Да это вот эта модная херня, как ее? Соли, солярка. И метамфетамин, походу. Ну-ка. Точно, меф. Ни хрена ты, братан, связался. Ну сколько по стране катался, с такой херней ни разу не попадался. Подстава, конечно, гениальная. Подставили тебя, дружище. Подставили. Что с этим говном-то делать будем? Ну, не знаю, избавляться. Что с этим говном? Я дальше не буду кататься. А с тем-то боссом что делать будем? Он за тобой будет теперь рыскать. Скажет, куда товар дел. Он же не поверит, что мы от него избавились. А мы его на нож! Точно? На нож его, падло! Давай-ка, брат, перевозчик, это говно выкинем к херам собачьим. Пусть медведи да кабаны усугубляют данный продукт. Чемоданчик хорош.
будем бить китов!